Всем привет! Вы на канале World of Money, мир банкнот. С вами Артур. И сегодня на обзоре очередная 154-я распаковка и пополнение коллекции банкнот. Пришло письмо. Давайте его сейчас вместе с вами вскроем и посмотрим, что внутри. Дополнительно упаковано в такой картонный конверт. Откроем его. Внутри у нас бумажный конверт. Открываем. Очень хорошо упаковано. Еще один картонный лист. И вот, что внутри. Вот, что я сегодня получил. И вот, чем сегодня пополнилась моя коллекция банкнот Украины. К 30-летию независимости Украины Национальный банк Украины анонсировал выпуск в обращение 20 августа 2021 года двух памятных банкнот номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию независимости Украины. Памятные банкноты имеют дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен предыдущего выпуска и одновременно имеют важное отличие. На их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Вот они, друзья. Давайте рассмотрим их по отдельности. Памятная банкнота номиналом 100 гривен. У меня их 5 штук. Номера подряд. АЯ 00-23-804. АЯ 00-23-805. 806. 807. И 808. Памятная банкнота номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА, год выпуска 2021. Размер банкноты 75 на 142 мм. Тираж 30 тысяч штук. Основной рисунок лицевой стороны – портрет украинского поэта, прозаика, мыслителя, живописца, графика, этнографа и общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года. Дополнительно на ее лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью специальной оптически переменной краской нанесена праздничная символика – 30 лет независимости Украины. Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. Основной рисунок оборотной стороны – изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, крупнейший вуз Украины, Национальный центр науки и культуры, один из старейших университетов страны. Заявленная Нацбанком цена банкноты 114 гривен, что примерно 350 рублей. На данный момент на российских торговых площадках она стоит 800-950 рублей.
Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Серия ЯА. Год выпуска 2021. Размер банкноты 75 на 154 мм. Тираж 30 тысяч штук. Основной рисунок лицевой стороны – портрет русского и украинского странствующего философа, поэта, баснописца и педагога Григория Савича Сковороды. Основной рисунок оборотной стороны – изображение здания Киево-Могилянской академии, историческое высшее учебное заведение в Киеве, которое под таким названием существовало с 1701 до 1817 года. Памятная банкнота также содержит все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года и дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака трафаретной печатью специальной оптически переменной краской нанесена праздничная символика 30 лет независимости Украины. Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. Заявленная Нацбанком цена банкноты 512 гривен, что примерно 1400 рублей. На данный момент на российских торговых площадках она стоит 2100-2650 рублей. А сейчас давайте посмотрим на эти банкноты под ультрафиолетовым светом. 100 гривен. Лицевая сторона подсвечена, центральная часть сверху и снизу от портрета. Светится номинал, боковые прямоугольники, защитная нить и волокна. Оборотная сторона. В центре светится номинал в овальном прямоугольнике, защитная нить, фигуры в центре и по углам, серийный номер, элемент совмещающегося изображения и волокна. 500 гривен. Лицевая сторона. Светятся элементы центральной части возле портрета, светится номинал, боковые прямоугольники, защитная нить и волокна. Оборотная сторона. В центре светится номинал в овальном прямоугольнике, узор в центре банкноты, защитная нить, серийный номер, элемент совмещающегося изображения и волокна. Всего Национальным банком Украины выпущено вместе с этими двумя 4 памятные банкноты. Первая памятная банкнота была выпущена в 2011 году в честь 20-й годовщины создания Национального банка Украины. Это была памятная банкнота номиналом 50 гривен, тираж 1000 штук, из них 900 штук в конвертах. Для нумерации банкнот была использована серия НБ. Вторая памятная банкнота была выпущена в 2016 году к 160-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко. Банкнота номиналом 20 гривен. Тираж составил 1 миллион штук. Для нумерации банкнот была использована серия ЦБ, и 20 тысяч экземпляров этих банкнот была запакована в сувенирные конверты. В завершение я хочу сказать, что, как думаю я, цены на эти памятные банкноты будут расти, так как тираж небольшой, поэтому их можно рассматривать как инвестиционные. Что ж, поживем, увидим. На этой загадочной ноте я заканчиваю этот обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте свою оценку лайком, ну или дизлайком. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои выпуски. Желаю всем здоровья, добра и хороших пополнений. До следующего выпуска.